Всем привет, всем здравствуйте! Вы с Ириной Якут в Америке, и на моем канале раньше я вам рассказывала о сумочках и показывала то, что есть в наличии. Сегодня я покажу вам несколько сумочек, которые есть на скидке. Только потому, что у меня есть заказчики из Израиля, из Кореи, из Европы немного девчонок и из других стран, из Казахстана, которые хотят, чтобы я показала им сумочки, потому что их посылки должны быть укомплектованы, а они пока еще не укомплектованы. И я должна им возможность дать увидеть сумки на скидке в 65%, потому что онлайн они не всегда это могут увидеть. Я сегодня совершенно случайно здесь, и заодно хочу рассказать вам о своих планах на будущее. Они у меня всегда были, но так мне нравилась эта работа. Сначала я начинала это как хобби, у меня были другие планы, но потом это меня так затянуло, что я откладывала свои планы и говорила: «Ирина, чуть попозже, чуть попозже». И теперь я дала себе слово, что, Ирина, сейчас время сделать новые шаги в том направлении, в котором я себе намечала уже давно. Вот, а теперь я уже сделала несколько шагов, и это говорит о том, что во всяком случае на ближайшие полгода я перевожу это весь интерес с сумочками в разряд легкого хобби, потому что я буду занята другим проектом. Вот. Ну, во всяком случае, я себя заставляю делать этот проект в течение полугода. И уже потом, посмотрев на результаты, я приму решение, нужно это мне или не нужно, мое это или не мое. Вот. Я так считаю, что я должна держать вас в курсе, потому что у меня много очень посылок, которые в Россию мы должны отправить. Естественно, я все отправлю, я найду на это время. И я даже буду вам иногда что-то показывать для тех девочек, которые должны укомплектовать свои посылки, чтобы я могла их отправить вам в другую страну. Кто-то мне пишет, что... Кстати, да, спасибо огромное всем, кто помог. Инночка, вам отдельная благодарность. Потому что, знаете, последний ролик я когда выпустила о том, что помогу переслать деньги в Россию, кто-то написал: вот молодец, типа, бизнес, я стерла этот комментарий, что типа там бизнес придумала, на чем сделать. Девчонки, ну, честное слово, ну какой это бизнес? Спасибо огромное, даже представляете, как люди отзываются. Девочка в Израиле говорит: Ирин, я готова. Оказывается, вот даю вам наводку тем, кто находится в России, и вам нужно перевести деньги за границу. Потому что мы все еще ждем. У нас есть одна девочка, у которой дочка из Украины с внучкой переехали уже теперь в Германию, и она хочет им в Германию деньги отправить. Но нет возможности ей отправить в Германию. А здесь девочка подсказала, мы одной девочке помогли, спасибо, через Израиль. Золотая корона отправляет. Я, правда, не вникала, сколько там денег, кто сколько взял. То есть я между собой девчонок соединила. Девочка из России отправила в Израиль деньги золотой короной. Девочка, наша заказчица, которая меня видит только вот так, поверила просто на слово, одна и другая, получила эти деньги. Там что-то, по-моему, приличная очень сумма, не буду называть. И отправила ее дальше сыну в Украину. Поэтому, когда кто-то думает, что это бизнес, ну, ребят, ну хватит, ну не такие мы тут. Неужели вы там, пробыв со мной несколько, я не знаю, на канале, если я сказала, что да, я хочу просто вам помочь, вы все равно подозреваете меня в том, что я ищу в этом выгоду. Да поверьте мне, ну сделать там перевод на том, чтобы кто-то в Украину своим родственникам послал деньги, заработать на этом $20, да даже $100, ну... Ну, камон, ребята, не надо. Не надо обо мне так думать. Мне так не хочется, чтобы вы обо мне так думали. Вот. Ну, наверное, все я вам наговорила. Есть у нас еще одна девочка, которая хочет вот отправить денежки. Поэтому, если кто-то хочет из Америки в Россию переслать, мы еще вот один такой переводик поможем. Ну, и потом там будут... Будут еще какие-то переводы чуть попозже, но они у нас уже договоренные, вот, поэтому я про них объявления не делаю. А вот чисто если кто-то в ближайшее время хочет, то мы быстренько организуем вам перевод по России. Если кто-то из Америки или из другой страны хочет послать в Россию своим родственникам деньги. Ребят, поверьте, мы с этого ни копейки не берем. Ну кто? Я с этого не беру ни копейки. Вот я просто соединяю вас между собой людей. Так, вот такая Ирина молодец. Ну, сама себя не похвалишь. Я в своих глазах честна сама с собой.
Вот, так что вот такие вот дела. Я надеюсь, что у вас у всех все хорошо. Все, кто смотрит это видео, я очень за вас переживаю. Вот, ну что, давайте, простите за длинное вступление, но я знаю, что вы по мне соскучились, я по вам соскучилась. И я должна была сказать вам, что не будет частых роликов, потому что это будет легкое хобби, как я теперь это для себя приняла. Ну а сегодня давайте покажу что-нибудь для тех девчонок, которые хотят упаковать свои посылки. Ну и по российским посылкам. Все, которые сейчас на границе, они вернутся. Мне кто-то пишет, что ну как-то по-другому отправляют. Ребят, я со всеми, с кем поговорила, кто как отправляет сейчас, пока нет никакой 100% гарантии, что они дойдут. Те посылки, которые нам возвращаются, на границе простояли, они будут у меня, они никуда не денутся. Давайте подождем, когда наладится какой-то канал, или, дай бог, лучше всего, чтобы ситуация разрешилась, и тогда мы обычным способом отправим. Я предлагаю пока не торопиться вот с посылками. То есть мы ждем, чтобы те, которые на границе, или как-то прорвались, или как-то вернулись до меня. Я каждый день, когда приходят посылки, я об этом сообщаю. Но только вот пару недель, одну неделю в апреле, где-то, наверное, числа с 9 до 15, я не буду видеть, какие посылки пришли. Их получат, конечно, если они придут, но я просто отчитаюсь чуть попозже. И в первых числах мая, тоже там числа после... Тоже после 12-го, после 15-го я тоже там увижу. В первых числах, я не помню, по-моему, с 5 по 15 я не буду дома. Вот. Вот такое было длинное-длинное вступление. Давайте посмотрим-то с сумками-то что. Ну и не буду, конечно же, я показывать сумки, которые недорогие. Не на скидках. Если кому-то они нужны, вы мне и так знаете, как написать в мой WhatsApp, который всегда находится в описании. А сегодня вот, ну как всегда, начинаю вам в этом магазине с Брамина, который вот здесь на 40% скидки, 135. Это сумочка Duxbury. Вот всего вот эти коллекции золотая попала на скидки, 165. Это средняя, медиум. Это Кати от Брамин, 117. И вот такая вот сумочка. Так, 219, а имя я ее не помню. Похоже то ли на Мишу, то ли на Ирен. Можно, в принципе, даже посмотреть, как ее название. Одра, что ли. Ну, как-то так. Так, это то, что было по Брамин на скидках. На скидках у Брамин больше ничего нет. Но есть вот такая вот красотка за 65% у Коуч. У нее там есть еще по 25% скидки. Но вот это всего одна здесь такая красавица. Так, девчонки, кому ваши посылки нужно доукомплектовать? 157,50. Красавица. Ну, привязана, не смогу вам. А может быть, смогу? Сейчас, если я вот так вот ее отодвину, вот вы сможете вот так посмотреть. У меня тоже появилась новая сумочка. Винтажная, как мы с вами выбирали. Вот это, по-моему, английская. Вот такого цвета удобно. Мне теперь много вещей не нужно носить. Батарейку я не ношу, как я раньше носила, чтобы телефон заряжать. Поэтому я тоже себе выбрала сумочку попроще для гонять, так сказать. Только с большими скидками вам покажу. Вот 65%, но они уже, по-моему, и были до этого. 48-30. Вот эти косметички, это Хоба. Дуни энд Бёрк кошелечек. 48-30. Хоба сумочка такая, похожа как на поясную, но она кроссбоди. Так, что тут по деньгам? 69, да? Так, вот эта малышечка 48-30. А, вот такой кошелечек интересненький. Ай-ай-ай-ай. То ли 30, то ли 80. Так, это вот такие были по 65%. Это тоже Хоба сумочки. Так, ну давайте посмотрим, что еще. Ну и как-то я не вижу... О, вот так, наверное, лучше. Как-то я не вижу тут скидочек на Патришу Нэш. Это новые сумочки Курт Гегер тут у нас. А, вот я вижу, но их тут немного. Вот эти вот на скидке в 40% сумочки от Патриши Нэш. Вот здесь видно. И совсем прям немного...
на 65% даже и нечего показать, кроме вот этой сумочки, потому что здесь тоже витринка без скидки. Так, здесь вот один рюкзачок со скидкой в 40. Ну и, по-моему, больше ничего здесь интересного нет. Так, да, ничего. Здесь обычные сумочки от Patricia Nash. Сейчас еще посмотрю какую-нибудь. Это все без скидок. Это все без скидок. Вот там может быть что-то. Ну и, в общем-то, я нашла на 65% из интересненького. Только вот Michael Kors. Вот такие вот сумочки. Вон, смотрите, там дорожная сумка. Вот такая вот большая. Ну, их можно будет на сайте Dillard's найти. По денежкам посмотреть, что они стоят. Вот это единственная витриночка, которая со скидкой в 65. Потому что вот эта витрина, вот эта стоечка, на которой висят сумочки, в 40%. Ну, а здесь вот это, например, 104,30. Вот эта сумка 125 с чем-то, такая мягкая кожа от Michael Kors. Давайте посмотрим, как она на человеке смотрится. Вот так вот она смотрится на человеке. Ну, а я с вами на этом, наверное, прощаюсь. Пожалуйста, берегите все. Всем всего доброго. Пока-пока, ребята.